Что, врываемся в доту, наконец-то у нас закончились пики. Moscow 5 против MIP, ответная катка. Команды разобрали своих персонажей, я избавил еще раз вас от рутины пиков. Если кому-то интересно и кто-то у нас сильный аналитик, то реплей будет загружен, посмотрите на реплей. На данный момент по персонажам давайте пробежимся, посмотрим, кто на ком играет. У скрина Doom, Bignum отыгрывает у нас на Леоне, Сландер на Тимберсоу. Сложную отправится Айва на SF'е у нас будет играть... в миде, и ZXM фармит на тролль варлорде. Со стороны команды MIP на квапе отыгрывает Exist. Симба играет у нас на Фениксе, Мачка на Дазле. Игра повторяется. И W33 на MIP вместе с Хани на Наге Сайрон. Опять отдали Нагу Хани. Опять будут проблемы, но проблемы... в принципе, решаемые, если заранее знать, с чем ты столкнешься. А с чем столкнется команда Moscow 5, я думаю, они уже понимают, потому что в прошлый раз было не очень хорошо. Не очень хорошо с ними обошлись игроки MIPound. Ну что, у нас в пике MIPO, это уже интересно. Такие пики, в принципе, нельзя было пропускать, но так получилось, пропустили пик в силу некоторых технических неполадок. В общем... W33 играет у нас на MIPO, за ним будем следить, он наиболее интересный персонаж на карте, посмотрим на эти врывы, что да как у кого получится. Фнатик, сет, отдал бы его Хани. Ну что, Moscow 5 скрин стоит здесь, встречает Хани на хайграунде, Хаунди наваливает через Риптайд у нас. Думу и просто гонит в спину Дума, ну понятно, здесь 5 по дефу, а здесь минус 2 после Риптайда. По дефу. Нага Сайрон отходит в лес вражеской команде. Она отойдет на, я так понимаю, сюда и будет здесь сражаться. Вместе с Фениксом. Или Нага Сайрон у нас будет румить. Пока что Хани просто ходит и расставляет варды, где попало, где ему удобней. В принципе, чекают все проходы во вражеском лесу игроки MIPound. На сложной Сландер стоит на Тимберсоу, против него Мачка и W33. W33 пока что ничего не вкачал, первый левел у него есть. И тем не менее, скиллы пока что не прокачаны. Сландер жмет у нас на паузу, и значит есть время разобраться по лайнам. На сложной у команды Moscow 5, на легкой точнее у команды Moscow 5, стоит тролль Варлорд вместе с Бигнумом на Леоне. Против них в легкой, в сложной, теперь наконец-то в сложной, стоит Симба на Фениксе. Для Moscow 5 сложная, это, конечно же, топ. Здесь Тимберсоу от Сландера. Мачка вместе с W33 на MIPO стоят в легкой. Мид. Мид команды Moscow 5. Это Айва, и против него Exist на квапе. Хани вообще, я смотрю, слетел с катушек. Что-то с ним надо делать. Он сейчас будет уводить отсюда крипов, как я понимаю. Об этом инфа есть уже у всех. Все прекрасно видят этот коричневый крестик на карте. Хани просто у нас убивает курьера. Хани не водит крипов, Хани убивает курьера. Затем он сюда и пришел. 700 в курьере. Что в курьере? Сейчас посмотрим. В курьере лежал ботл. Теперь у Айвы реальные проблемы. Проблемы заключаются в том, что квапа у нас идет через Shadow Strike. Она Shadow Strike заспамит нон-стоп Айву. В принципе, вижу, бросаю Shadow Strike и все. И смотрит, как уходит у нас Айва в никуда. У Айвы... очень большие проблемы. Можно через блинк прыгать и забирать его. Айва пытается здесь ответить чем-то Exist. Хани выходит и First Blood для команды MIP. Нет банки, нет ХП. В принципе, все очень просто. Скрин у нас пытался шоквейвом хоть что-то сделать квапе, но квапа, в принципе, на всю эту ерунду даже внимания не обращает. Стоит Exist, фармит. Маны у Дума нет, и об этом известно Exist'у. Значит, шоквейва не будет. Будет ли попытка забрать у нас квапу, но зацепить ее попросту нечем. Айва приходит сюда, кое-как по крипам пытается реабилитироваться. 10-5 у тролля на легкой и 11-3 у W33 на MIPO. MIPO тоже у нас фармит легкую. Я думаю, W33 у нас будет хайскилл MIPO. Это дагер, это аганим и, в принципе, больше ничего. Больше дальше уже дело вкуса и по желанию. Мачка на саппортинге MIPO. Ну, я думаю, скоро хороводы крипов начнет водить. Здесь, в принципе, спауны не заблочены. Стоит обсерв. Обсерв половину карты на топе видит. Выход у нас от Хани еще и на Сландера. Тимберсоу, скорее всего, погибает. Здесь пассивка вкачана в один. Хани
к счастью, не проюзал сетку. Непонятно даже почему. То ли, в принципе, инфа по скиллбилду должна была понятной быть. Ну, и должна вообще была присутствовать у команды MIB. Тем не менее, сетку не юзали. Ну, почему, непонятно. Но в любом случае, это плюс для команды Moscow 5. Сландер не погибает. ZX с этим временем фармит. Тролль, Варлорд или Мипо? Black King Bar тут must have, потому что мы прекрасно знаем, что эти маленькие твари, как капля воды друг на друга, похожи. Без БКБ вообще тебе не дадут жизни ни на каком из лайнов, ни на каком из этапов драки. Уже два мипаря у нас для W33. Дальше будет больше, это вам точно говорю. Крипов у нас увел Мачка. Крипы спокойно стоят, а значит, Сландер их просто не видит. Сландер вообще не получает ни экспы, ничего Сландер у нас не получает. W33 здесь, в принципе, лайн держит. И вполне себе комфортно держит лайн. Приходят крипы здесь. Есть несколько пачек их, как я понимаю. W33 по крипам вообще чудеса какие-то творит. Сландер получает по горбу от Мачки. Сландер уходит. Здесь у нас на руне Хани забирает руну в банку. Это Нага Сайрен, которая роумит, которая не даст жизни никому. Хани отыгрывает на Наге Сайрен просто чудесно. Это не эта муть, это не нудная Нага Сайрен, которая на миде стоит и бесит всех, кого только можно. Это Нага Сайрен, которая помогла сделать First Blood на миде на Айве и которая убила Курьера на ранних левелах. Решил подраться со скрином Хани. В принципе, здесь заканчивается... Заканчивается огонь у нас у Дума. Тем временем тролль забирает Феникса. Я думаю, давайте посмотрим. Труп мы увидели, а как это было понаблюдаем. Одну секундочку, небольшие пролаги. Нужен Дота. Вот сюда у нас приходит Симба. Небольшие пролаги по Доте. Даже непонятно, с чем они связаны. Биг Дум дает Хекс, скорее всего, да, после этого дает стан. Рилин Аксис один раз, Рилин Аксис два раза, стан, ZXC забрал фраг. Все очень просто. Счет 1-1 становится после этого фрага и 2-1. 2-1 уже становится счет, значит, где-то кого-то еще убили. Ну, давайте посмотрим. Тролль. В принципе, да, все понятно. 2-1, пока что впереди команда Mipound. Выход у нас на Айву, сетку сюда в него, экзист здесь уже, Рибок без маны, Рибок скорее всего не сможет даже отброситься толком ничем. Ну, кое-как ушел в кусты, Бигнум вовремя очень прилетел, подсейвил своего тиммейта, пока что 2-1. Феникс у нас на лоу хп, уходит на руну и Квапана половину хп просела. Ну и Айва, конечно, здесь все, что ему остается, хилится всем вообще, что Бигнум послал. 36 на 19, тем временем у ZXC, он по фарму первый. Есть уже фейсбуцы, есть Мордип Маск, и еще и Квиллинг Бэй покупает для фарма. Погоня за Симбой, Рилин Аксис не достают. Да, достают, конечно, по Симбе, но Икарус Дайв спасает данного парня. 2 на 1 счет впереди команда Mipound. По-прежнему европейцы опережают команду Moscow 5. Для всех, кто недавно подключился, еще раз повторю, это игра в формате Best of 2. Первую игру M5 проиграли. Мипы их загнобили и загнобили с существенным преимуществом. Мачка дерется в соло против Сландера. Сландер к этому уже готов. Ну, в принципе, драка рассредоточилась. W33 отправляется на лайн фармить. Второй мипарь у нас ходит по лесу. Здесь мультиспауны, и Мипо сам себе делает стаки. W33 очень крутой. Вот прям крутой-прикрутой, но вот спауны делать у него не совсем получилось. Уходит на базу один из Мипо, скоро прилетит. Пока что в соло здесь один парень справляется. Сландера надо ловить до сетки еще немного. Пошел у нас Poison Touch Сландера. Сландер отсюда старается уйти, возможно, у него даже это получится. Пока что живет, еще один удар. Сландер юзает у нас стики и... Не удалось уйти. Тимберчейн был проюзан, но этого не хватило. Стоит у нас под тавером команда MIB. Мачка получает от тавера, в принципе, отхилиться получается. У него 1-3 счет на данный момент. Забрали Сландера, заработали на нем 350, поделили на троих. 1-3. Давайте глянем на графики команд. M5 немного, но выигрывает. По экспириенсу мипы впереди. 1500 экспириенса.
На мид у нас прилетает Квапа. Я думаю, будет готовиться выход еще раз в Айву. Где у нас Айва? Айва отправляется в собственный лес. Здесь один всего лишь спаун. Никто для него спауны не делает. Здесь еще и скрин фармит такую огромную толпу. И фармит он ее торнадо. Ну, пускай. У скрина на данный момент 600 денег. Это, я так понимаю, фарм для самых ленивых. Айва у нас получает в лицо Sonic Wave. Экзист его разваливает. Все очень-очень просто и предсказуемо. Тем временем тролль проюзал у нас Battle Trance. Но это то ли для подсейва... То ли для подсейва своего мидера, то ли для того, чтобы фармить. Что у скрина? Скрин заработал 600 голды за спауны крипов. Пока что 1100 на руках. Больше ни на что он... Больше ни на что не заработал. Ну что, ZXC. Есть уже Helm of Dominator. Есть базилка, есть фейсбуцы. Ну и есть топорик для фарма. У Сландера имеется Boots of Speed. Есть у него Stout Shield. Есть также Magic Stick. Ну, короче говоря, Timbersaw очень бедный на лайне. 0-1-0 счет и 2 крипа добита за 10 минут. Это, разумеется, невероятно мало. Гоняют его по лайну, как только хотят игроки команды MIP. Где у нас битый Мипарь? Мипарь здесь, он дерется с кентаврами. Вот бы еще один появился и застопили его кентавры, дали стан. Ну, конечно, просто так никто юзать этот скилл не будет. Все очень просто, через пуфы фармится постепенно весь лес. Еще один пуф, и здесь рассыпаются кентавры. Ну, остальной кентавр сам по себе погибнет. Куда улетает Мипа? Мипа улетает на базу. Point Booster уже есть, Ogre Club уже есть. Давайте переключимся на Net Wars. 4500 тролль заработал. Как ты здесь оказался? Ну, нормально здесь тролль оказался. Я думал, за XC застрял в деревьях. Это было бы смешно. Непонятно вообще, зачем и почему. ZXC у нас имеет 4600, и у него, в общем-то, ничего нового не появляется. 700 по голде сверху. Что у Мипо мы уже видели. У Мипо Аганим в проекте, и остается всего 1500. Десятая минута прошла совсем недавно. Сейчас еще этих медведей забирает у нас Мипо, и денег остается все меньше и меньше до Аганима. Пока что не покупает он Dagger. Ну, Dagger будет после Аганима. Скрин продолжает погоню у нас за Хани. Здесь есть Бигнум. Надо цеплять каким-то образом у нас Хани. Хани уходит в Хекс. Понятно, не своим ходом, а помогает ему Бигнум. Почему не пошел Импейл? Импейл, а, разумеется, Спайк от Леона. Непонятно. Скрин отсюда улетает. Погоня за Сландером. Сландер должен умирать. Конечно, никому ничего не должен, но выбора у него немного. Почему Бигнум не сделал подкоп, мне не совсем понятно. 1-5. Moscow Five опять сыпятся. Опять повторяется ситуация прошлого матча. Мипо фармит. Moscow Five на все это смотрит. Как, почему, зачем, это уже не мое дело. Пусть разбираются с капитаном, с менеджментом и со всеми остальными. Но почему не контрится Мипо, мне непонятно. На ранних левелах этого персонажа можно наклонять. Можно и нужно, что еще более понятно. Сландер прилетает сюда. Сландер запускает у нас Чакрам. Чакрам режет всего лишь немножко под хвостом Симбу. Больше, собственно, ни на что он не способен. Способен Т1 по топ-лайну падает. У Айвы тем временем появляется Bottle of Speed. Power Threads уже имеется. 1600 на руках. У ZXC. У ZXC Ogre Club, Belt of Strange, выход в Сашу. Doom, Face Boots, Bottle и 500 на руках. У Айвы мы видели, кроме ПТ, 1700. Пока что ничего не покупается для Юла. И на Dagger, видимо, фармит у нас Айва, как я понимаю. Потому что иначе были бы начальные какие-то артефакты для Юла. Ну, подождем. Курьер у нас вернется, станет более ясная ситуация. Симба отправляется в мид, у него уже транквилы и есть урна, причем с двумя зарядами, а значит где-то в файте он поучаствовал. Счет 0-1-0, ассистов не было, но где-то видел, как кто-то умирал, это 100%, вы понимаете прекрасно, сами по себе заряды в урну прыгать не будут. У Квапы тем временем уже есть один Oblivion Staff, есть Sage Mask, есть Robo of Magic. Экзист выходит в Orchid, и Orchid в принципе будет не ранний.
нельзя так сказать. Это при трех фрагах не очень понятно, что у нас экзиста с фармом. 60 на 14, он третий нетворс имеет, но до Оркида еще... Еще пофармить придется. Порядка 1500 остается. Скрин под смоком. Бегну под смоком. Куда вы выходите? В никуда выходит команда Moscow Five. Здесь никого нет, потому что все игроки команды Mipound сосредоточились вокруг Рошана. Два на линии на всякий случай. Делать вид, что мы фармим. И Мипари вместе с Мачкой в Рошан пите. Здесь также Ханина под сейф на всякий случай, если что. Song of Siren имеется. В принципе, драться можно. И можно еще на подходе поймать команду Moscow Five. Пока будет падать Рошан. Здесь Кентавр отправляется сюда. Кентавр у нас принадлежит... кому принадлежит Кентавр? Не совсем понимаю, кто у нас приручил. А, это тролль приручил у нас Кентавра. Это Кентавр принадлежит ZXC. Загоняет у нас еще и Кентавра. По золоту 71 поднимает у нас Мипу. Мипу, по-моему, очень близко. Да, не очень близко. У него уже имеется Аганим. После Аганима 800 по золоту у Мипу. Теперь давайте расскажите мне, Moscow Five, как драться против Мипу. Мне не совсем понятна эта ситуация. Почему на Мипу не выходили? Почему не пытались гангать? Почему мид не заганган? Тоже не ясно. Тимбер стоял и терпел у нас сложное. Восьмой левел есть у Тимбера, но кроме Аркан пока что ничего не имеется. Moscow Five пятером выходит забирать Т1. Здесь уже есть Мипо. Сетка прошла в крипов. Больше ни на кого. W33 ходит здесь. Сетка опять проходит в крипов. В общем-то, никого не поймали. Но есть Дум. Может попытаться забрать Мипо. Мипо бежит. Пуф. От крипа, в принципе, никого. Экзисту надо цеплять хотя бы кого-то из игроков команды. Moscow Five поймали скрина. Скрин здесь, у скрина ничего толком для подсейва нет. Симба получает у нас Doom. Симба живет по-прежнему. Будет ли подхил? Ну, подхил не спасет у нас Симбу. Мипо. Один пуф, второй пуф, развалился Doom. Еще одни пуфы и дамага очень приличная вливается от Мипо. По-моему, даблкил. Нет, не даблкил. Три игрока команды Мип развалились и у нас умирает еще и... Рибок. Нет, в принципе, может дожить. 30 хп, 1 тик, 1 хп. И это что-то невероятное. Это что-то, что нельзя было мне пропустить. 1 хп оставался у SF, и мне кажется, это даже интереснее, чем то, что убили где-то Бигнума. Бигнуму, в принципе, умирать как с горы катиться. Не выживает он против Мипари, ничего с этим не поделаешь. В итоге забрали у W33 Аегис, но у него уже имеется 2300 на руках. Скоро появится Даггер. Все дело просто в покупке. То ли оставляет он на байбек, то ли просто завтыкал и не купил еще даггер. Вот, в принципе, идет у нас Мипа, покупает даггер в секрет-шопе. Все очень и очень просто. И сразу же появляется Оркид у Экзиста на квапе. Сландер пока что с одним аркан-бутсом бегает. Сландер поймал у нас сетку от Мипа и на 30 хп еле-еле через Тимберчейн отсюда улетел. Вот вам и Мипа. Сландер один из наиболее толстых ребят. У него 6 дефа, у него 929 хелспоинтов. У СФа 7 дефа, 830 хп. Здесь хотя бы побольше, 1200 здесь есть Сэндж. Ну, Doom с 1 хп, с 1 дефа, я думаю, будет разваливаться. Так, поймали у нас Рибок, а Рибок пока что отходит. Скрин фармит крипов, больше ему ничего толком не остается. Съел Сатира, есть аура на реген и есть Шоквейв. Экзист тем временем отправляется на нижний лайн, где находится W33. W33 забирает чужих эншентов, как я вижу. Симба ходит с ним, если что, на саппортинг. Феникс Сан от Кэт Дэшелса. У Хани имеется Ring of Aquila, есть Power Threads, есть Брасер. Больше пока что ничего нет, кроме бутылки. У Дазла тоже Аркан Бутсы. Дазл, по-моему, на одном уровне с Тимбером, да? Ну... Тимбера побольше, но вот видим, что купить Тимберу толком ничего не удалось. Две смерти от него. Выход от крипов. Пока что Мипо не подходит к Т1, а можно, в принципе, и подойти. Мипо подходит у нас к Тауэру. Пошел в кусты, прыгает, бросает сетку. Бигнум пока что жив. Улетает у нас Мипо к своим ребятам. 4-4, Мипаря уже это. Всего лишь 15-й левел. Сейчас через совсем чуть-чуть появится... Еще один неприятный коротышка для команды
Moscow 5. Пятый Мипо — это беда полнейшая. Как сражаться с четырьмя, пока что не ясно. Как сражаться с пятью? По-моему, ответа на этот вопрос у Moscow 5 не имеется. Я думаю, Сев должен как-то справляться с данной ситуацией. Надо поймать одного Мипо, поднять его в Юул. Но пока один Мипо летает в Юуле, другие Мипо пуфаются на него и... И что ты будешь делать, кроме как убирать, мне непонятно. 3-9 счет. Moscow 5 пока что проигрывает. Открываем графики. 5000 по голде, 5000 по экспириенсу, даже 6. Рошан у нас упал, но Рошан относительно давно упал. Аегис тоже потерял у нас W33. 16 левел есть, а значит их очень много. Хотя вот на 16 левеле видим... Не все так просто. Не все так просто. Пока что 4 у нас Мипо бегает. Но этого, в принципе, достаточно. Здесь нормально идет вкачивание плюсиков. W33 имеет 1300 на руках. Что будет следующим, увидим. Возможно, это будет Тараска. Возможно, это будет Кераса для всех ребят. В общем-то, больше толком ничего не надо. Ну, можно Хекс попытаться собрать, чтобы выключать того же СФа или того же Тролля. У Тролля пока что БКБ нет. И в ближайшее время ZXM БКБ не сможет собрать. Яша собирается, остается до Яши еще 600. По голде он на втором месте. На первом месте, разумеется, W33. По крипстату у него 140, у тролля 132. Экзист на третьем месте. На втором месте в своей команде. 94 на 14. По нетворсу экзист также на третьем месте. И на четвертом SF, на котором играет Айва. Падает Т1 для МИП на топе. Может быть, Moscow 5 попробовать спушить Т2. Здесь у нас иллюзия на Гессайрен. Знают ли об этом игроки Moscow 5? Теперь точно знают. Иллюзию разбивают, но иллюзия, понятное дело, не живучая. У нас саппорт на Гессайрен от Хани. W33 отправляется в чужой лес. Тем временем Hand of Midas прилетает... Фениксу. Симба имеет уже Транквил Буцы. Есть у него урна. У Тимбера 1500 на руках. По артефактам ничего нового. Съедает у нас адского медведя-крушителя скрин. Так, здесь наваливает сверху ему экзист. Пошел Оркет в скрина. Скрин должен пережить. Хотя нет, скрин ничего никому не должен. Соник Вейв в спину. И еще один фраг для команды МИП. Скрин рассыпается просто моментально, он не переживает Оркид. Удивительно, но факт. Дум терпит соло от Квапы. Бигнум поднимает у нас Мипари, остальные прилетают на застаненного, поднятого в ветра Мипаря. Ну, все просто, все очень просто. Ты одного поднимаешь, прилетают 4 других. ZXC у нас сейчас попадает под раздрачу, Чакрам пошел в Мипарей. Если что, будет под сейф в одного из них. Будет ли это драка или буду делать ТП-аут. Все улетают. Мипо просто исчезают отсюда. Song of Siren, скрин стоит. Дазл улетает. Все постояли, посмотрели, как кто уходит. Еще один Мипо здесь бегает просто так. В любой момент он отсюда улетит. Да, он отсюда улетает. Прилетает зато другой Мипо. Все вообще невероятно круто. Из рук W33 выходит. Все очень просто и... Самое интересное, непонятно, как контрить данного персонажа. Хани всегда рядом на случай врыва какого-то. Есть Song of Siren. Врыв у нас на скрина. Пуф, пуф, пуф. И это я просто перечисляю количество скиллов, которые заюзал W33. А не имитирую данные скиллы. Хотя по имитации эти скиллы примерно такой же звук и издают. Я думаю, отсюда именно название и пошло. У Бигнума ничего, кроме Транквил, нет. До какого-то даггера. Нереальное количество денег. То же самое до Аганима. Все мипо получать от Бигнума, я думаю, в этом матче не будут. Аганим ли он собрать просто-напросто не успеет. Потому что здесь как вывозить мипо, мне пока что непонятно. У тролля практически собранный Сенджин Яши, но, наверное, не тот артефакт надо собирать. Я думаю, что БКБ надо было пробовать собирать после Сенджин Яши. И сказать, что кто же знал... Все прекрасно знают, что такое мипо. Все прекрасно знают, как его контрить, если это вообще возможно. Если это возможно, то контрить его можно одним способом. Избавиться от этих чертовых пуфов. Делать так, чтобы они тебя не дамажили. Кто его может убить? Его может убить ZXC. Ну и чуть-чуть Requiem of Souls от Shadow Fiend. Тем не менее,
СФ у нас пошел в БКБ, а БКБ пока что нету от тролля. Здесь разобрали Мачку. Загулял у нас Мачка. Слишком далеко пошел, видимо, ставил варды, но у него это получилось. Если получилось, то отчасти. Да, вард стоит, но вард тут же падает. У нас девардинг от Бигнума. В чем-то он, собственно, полезен. Загоняет у нас Симбу. Симба под Думом. Скорее всего, погибнет. Далеко ли у нас Мипо? Да, Мипо далеко отсюда. Один парень стоит в кустах, но он, в принципе, стоит и готов ворваться. Будет ли здесь драка, мне пока что непонятно. Остальные Мипо рассредоточились у нас по лесу. Очень круто фармит W33. Невероятно круто фармит W33. Каждый мипарь занимается своим спотом. Все нереально классно. Леон погибает у нас от Экзиста. Здесь один мипо по-прежнему стоит. Остальные фармят. Давайте глянем по золоту. Первое место пока что у нас у W33. Куда летят мипари? Мипари летят в кучу. Готовы не драться, но далеко от ZXC, что, в общем-то, полезно. Релинаксис были проюзаны и... Просто стоят и просто держат его в сетку. Это троллинг или как это называется? Он просто стоит и бросает сетку одну за одной. Я думаю, это троллинг и троллинг жесточайшего уровня. W33 не бил руками, вообще не подходил, не юзал пуфы, ничего не делал. Он стоял, смотрел, как умирает тролль. Я думаю, это минус мораль огромного количества. Деморализовали у нас главного персонажа, фармящего команды Moscow 5, просто до ноля. Ну... Дота становится все жесточее, все более жестокой. Ultimate Orb уже появляется у Экзиста. Это все после Оркида. Я думаю, скорее всего, будет выход в Хекс. Зачем Мипо собирать Хекс, если это может сделать за него Квапау? У Мипо появляется Ultimate Orb. Есть 3200 на руках. Через 300 монет. Я думаю, мы увидим... Мы увидим Скади. 3500 имеется. Ждем еще один Ultimate Orb. Нет. Пока что Ultimate Orb не появляется. Но 3600 совсем немного осталось. Мипо покупает у нас... Хекс. Вот это интересно. Это действительно интересно. Один Мипо, значит, пошел у нас и скупился в магазин. Я думал, это будет Eye of Skadi, а все гораздо проще решилось. Во что у нас собралась Квапа? Квапа, в свою очередь, не в Хекс пошла, а в Линку. Ну, зачем Квапе собирать Хекс, если он есть у Мипо? Что бы теперь будет делать W33, мне интересно. Он будет, видимо, бросать Хекс, потом сетку. Хекс откатился, еще раз Хекс. Он просто смотрит, как его жертвы умирают от старости. Ну, это его дело. Кто на что фармил, как говорится. Готов ворваться W33 у нас на Айву. Сразу же здесь огромное количество команды Moscow 5. Туда Requiem of Souls, возможно, Мипо доигрался. Но это только Aegis. Где команда Mipound? Ее здесь нет. Команда Mipound далеко, а значит, Мипо доигрался. Действительно, не дают проюзать все, что мог бы проюзать у нас Мипо. Ну, это называется пижонство. За такое могут и наказать. Просто под Т2 думал убить он мидера команды Moscow 5. Айва остался жив. Он поднял себя в... Еула, здесь оказалась вся команда Moscow 5. Ну, хорошо. На место заигравшегося юнца поставили. Мипо умирает. Хекс оказался бесполезным в драке против пятерых. Ну, понятное дело, что не всю же игру будет Мипо драться против пятерых. Скрин здесь. Скрин должен ловить у нас Оркет. И все. В принципе, одним страйком Экзист у нас... Отделался. У Экзиста, кстати, дела обстоят прекрасным образом. После Линкенсферы Дум ловить он будет все реже, а возможно и вообще не будет, в зависимости от того, кто что будет юзать. Но это минус один скилл для команды Moscow 5. Скиллов и так немного. Что-то, в принципе, точечное. Что вообще точечное есть? Есть Хекс и есть Дум. Больше пока что я не вижу точечных скиллов, разве что Юл от СФа. Ну и все. По большому счету все. Значит, либо это Хекс, либо это Дум. Что-то в любом случае будет заивейжено от Экзиста. В общем, ситуация неприятная. Давайте графики глянем. 12 голда и более 15 тысяч экспириенс. Moscow 5 плывут в неизвестном мне направлении. Как минимум неприятном, даже если и известном. Хани начинает фармить лайны. У Хани пока что все хорошо. Ему прилетает линка. Хани тоже у нас обезопасен от быстрого выключения. Здесь у нас прошла... Атака на
команду М5. Ну, неудачный Феникс Сан от того же Феникса. Мипо прилетает сюда, взлетает у нас в ветра Айва, Айва во сне. Requiem of Souls пытается завязать у нас Айва. Подрезали немного дамагу Мипо. Можно ловить его, можно реально ловить. Но тут Shadow Grave, Sonic Wave в спину. За XC дерется с Мипо, Мипо отсюда уходит. Погоня, Чакрам лежит, не попадает. Просто пол пикселя не хватило. Живет эта чертова маленькая дрянь. Сландер наконец-то разбирает у нас Мипо. Массовое убийство. Что это, черт возьми, такое массовое убийство? Это трипл килл, скорее всего, от Экзиста, потому что три игрока команды Moscow 5 погибли, и Хани убивает четвертого. 29 становится счет, но главное, что в этом есть, умирает W33. Счет 5-2-5 у него, значит, можно против него бороться. Значит, зря я рисовал такие страшные картины. Ну, не так страшен Мипо, как его малюют. Ну, в общем-то, драться Moscow 5, я так понимаю, готовы и могут. В любом случае, нужно пытаться. Просто так отдавать вторую победу, спрашивается, зачем вообще заходили. Техническое поражение 0-2 могло бы сэкономить всем время. Разумеется, Moscow 5 здесь для победы. Первую катку они слили. Но слили в жесточайшем противостоянии. Хотя и били их сильно, но бились они до последнего. У Мачки появляется Баклер. Давайте глянем по артефактам, у кого что. Давно мы не переключались. Экшен у нас был ой-ой-ой какой. 1400 на руках у Симба. Это все после Даггера. Есть урна, есть Hand of Midas. У Дазла мы видели что. У Экзиста после Линкен Сферы и Оркида еще 2900 на руках. Я думаю, второй Хекс где-то близко. А можно уйти в криты или в тот же Мьёлнир для тролля-бедняги, который будет наваливать по Мипу. Нага Сайрен имеет у нас Линкен Сферу. Хани также нафармил на барабаны и на ПТ. Барабаны проюзаны были. Не были барабаны проюзаны. Так. Ну все, в принципе, по команде Мип разобрались. Давайте посмотрим теперь на московских ребят. А за XC имеет у нас уже Сенджин Яша. Есть у него БКБ 10-секундный. Доминатор здесь тоже. И фейсбуцы 1100 сверху. У Сландера Аганим появляется. Два Чакрама, это хорошо. Хотя вот здесь вот ситуация с Чакрамом была очень неприятная. Просто пиксель. Один несчастный пиксель не хватило. Не хватило Тимберсоу для того, чтобы как можно раньше убить Мипо. Так, дальше у Бигнума Транквилы больше ничего. У СФа появляется Ultimate Orb. Есть Йоул. Я думаю, будет собираться в Скаде. Не знаю, сбрасывается ли сетка Мантастайлом. Не очень помню. Если что, напишите в чате, сбрасывается ли сетка благодаря Мантастайлу. Так, короче говоря, у Айвы 360 еще сверху на руках. 8-секундный Black King Bar имеется. Кого мы пропустили? Мы пропустили Дума. У Скрина есть Dagger, есть Point of Booster. 1000 по голде, 2000 осталось до Аганима. Кто здесь? Здесь Экзист. Экзист врывается у нас моментально в Скрина. Скрин погибает. Без каких-либо вообще проблем. ТП-аут сделать просто не успевает. Это еще без Аганима у нас ульта. Аганим, скорее всего, появится. Я думаю, Экзист будет покупать Аганим, потому что выключать надо много кого здесь. Ни одного Дума. Дум без БКБ просто несчастно смотрится. 2-6-3 счет у него. Вот я тоже думаю, что вроде нет. Вроде Мантастайл не сбрасывает сетку, ты стоишь на месте, просто иллюзии бьют. Ну, значит, ждем Eye of Skadi от Айвы. В любом случае, надо укрепляться. Но 1385 по хеллпоинтам против 5 пуфов Мипо. О чем вообще можно говорить в данной ситуации? ZXC. На него, пожалуй, больше надежды, чем на SF. SF у нас топ-4, ZXC топ-3 по фарму. Мипо, понятно, топ-1. И топ-2 у нас Queen of Pain. Мерещатся какие-то Акаши. Так. Команда Мип уже здесь в лице Мачки и Симбы стоит, готова, если что, ворваться. Пока что Т2 стоит практически нетронутый. Также Т2 есть на топе Moscow 5, но очень сильно битый. Внизу Т2 забрали и забрали давно. Линия Т1 снесена у команды Мип. Moscow 5 не фармили, посмотрите просто на расположение этих маленьких надоедливых ублюдков. Здесь один Мип, а здесь второй, здесь третий. Куда вы направились, где... Это просто фарм крипов. Ну, W33 классно фармит, конечно. 283 крипа на данный момент, посмотрите по крипстату. Все чудесно. За 32 минуты, это по 100 крипов в минуту, по 100 крипов за 10 минут фактически.
10 крипов в минуту, это реально дофига. Но, разумеется, этот темп набран сейчас. Сейчас, конечно, повыше, чем 10 крипов в минуту выфармливает у нас Мип. Он выфармливает весь лес, он выфармливает все лайны. Понятное дело, что убить надо одного. Конечно, их пятеро, этих ребят, но убить надо одного. Но тут проблема, ты вкастовываешь все, что у тебя есть в одного, и появляется вот этот злополучный Мачка. Мачка дает грейв. Все четыре остальных Мипу выносят тебя вперед ногами. Есть также Мека, есть подхил, Shadow Wave. Ну, сложная ситуация. Безусловно, сложная. Еще и Хани. Хани отыгрывает очень круто. В прошлом матче Хани подсейвил свою команду триллиард раз. Да и нападать было гораздо легче команде Мипаунд под Song of Siren. Там был Энигма в пике со стороны Мипов. Не все, конечно, с таймингом было хорошо у Хани и у Энигмы. Ну, то ли друг друга недопоняли. Там где-то какие-то секунды все-таки теряли Black Hole от Enigma за счет того, что Song of Siren не отжимался. У тролля появился Maelstrom. Выход в Мьёльнир возможно правильно. Возможно правильно, хоть какие-то методы. Но я думаю, тут на войне все методы хороши. А против такой армии Мипари действительно это чистейшая война. Как иначе говорить? Нет. Я недолюбливаю Мипу. Мне очень приятно наблюдать за тем, как играют на этом персонаже. Тем более это круто. Просто что, как его убивать? Да вот так его убивать. Просто так. Подняли одного парня, на куски разорвали. Айва сыграл нереально круто. Просто поднял, просто сделал Requiem of Souls. Все как по учебнику. Второй класс по доте. Все очень просто. Просто надо по одному выцеплять его. А Мипу действительно зажрался как минимум. Он выходит на чужую линию уже не первый раз. Здесь он умирал до этого, и здесь он умер 10 минут спустя. Драться без Мипу можно. Главное сбить Линку Экзисту. Сбили Линку Экзисту. Айва, в принципе, сбил ее Юлом, но далеко у нас был Дум. Где находится скрин? Скрин находится на нижнем лайне. Почему он там, мне не ясно. Так, у скрина имеется Огр Клаб, в куре что-то летит. В куре летит, я думал, уже собранный Аганим будет. У скрина нет. У скрина только Blade of Alacrity летит, а это сландеровский Staff of Wizardry. Ну, подари друга нутый Staff of Wizardry, не будь жмотом. Ну, конечно. Так, а что такое? Что вообще не так? Там же было написано Сландер. А вот Сландер как вообще? Видимо, я что-то пропустил. Видимо, не увидел сам Staff of Wizardry у скрина. Ладно, бывает. Матч напряженный, тут не до шмоток по 1000. У нас тут дело на миллион долларов. Мачка имеет Меку, есть у него гем. Вижен у команды Мип, кстати, очень-очень серьезный. Все видят все позиции команды Moscow 5. Все, в принципе, видно, и задевардить никак не получается. Точнее, получается, но Вижен, видите, не хватает Вижена. Да, возвращаясь к Мипу. Мне очень приятно наблюдать, как играют профессиональные игроки на Мипу, если, конечно же, это крутые игроки. Очень приятно, и такой контроль, который ты не можешь даже нафантазировать себе. Потому что у самого руки состоят всего из двух пальцев, и пальцы ли это или клешни, это уже такое, тиммейты расскажут. Вот, поэтому мне, конечно, приятно наблюдать, как играют на Мипу, и я болею за М5, это все, в принципе, понятно. Я вроде бы беспристрастный комментатор, но московский коллектив не приятнее, чем европейская команда. Так, Айва у нас здесь наваливает к Хане. Хане уходит на лоу хп отсюда. Сбивают Аегис. А здесь Мипу зажали в ЗХС. Дерется ЗХС очень серьезно. Пролетают у нас молнии, но не хватает. Просто на пятерых, на шестерых даже не хватает. Мачка, по-моему, 100-500 шадоу-вейвов кастовал. Разобрали ЗХС. Где у нас СФ? Айва... Неужели Айва выкупался? Нет, Айва не выкупался, он сделал ТП-аут. Как я понимаю, БКБ проюзал и ТП-аут. Ну, хорошо. Хорошо. Без ЗХС драться сложно, но это возможно. В принципе, возможно, Requiem of Souls через 60 секунд. Хорошо, что команда Мип не идет пушить. Нет Феникс Сана, нет Song of Siren. Будут, видимо, ждать данных вещей. Пока что Moscow 5 держится. Так, переключаемся на Netwars. Видим, что Exist уже обогнал W33. Этот парень умирал 3 раза, а Exist, по-моему, 2 всего. Да, все правильно. 12-2 счет, но это неудивительно. Влетает у нас Симба на хайграунд без Икарус Дайва. Сэкономил этот скилл.
Тут почему-то, ну, почему бы не экономить, потому что 36 секунд кулдаун, лучше юзать его по факту. Два чакрама режет мипарей. Можно драться. Айва, поднимай ветра. Поднимают одного мипа ветра, но стоят в чертовых сетках. Под хвост у нас мипа зарядили. Finger of Death. Ну же, надо забрать мипа. Да, забирают. Забирают, Doom забирает у нас мипа. Мип погибает. И здесь нашли еще и Дазла. Феникс на лоу хп. Где Феникс? Феникс погибает здесь. Скорее всего, под Дума был у нас Феникс. Сейчас посмотрим Fight Recap. Что у нас было проюзано? Дум был проюзан, я так понимаю, скорее всего, Феникса. Ну, поднялась команда Moscow 5 в этом файте на 3000. И 1500 по голде потеряли мип. Возможно, эту катку хоть и за уши, но можно будет вытащить. 20 по золоту, 10 тысяч по экспириенсу. Тем не менее, дерутся. М5 сражаются, как в последний раз. У Сландера весьма удачный аганим. Как мне кажется, экзист срывается у нас Сландера. У Сландера, если что, есть реактив армор, но эта же тварь бьет наверняка не с руки. Не провязал Sonic Wave в спину Сландеру экзист, и это спасло оффлейнера команды Moscow 5. Так, по голде видим, что Queen of Pain на первом месте. У нее появляется Хекс после Линкин сферы. И 2500 еще на руках. Скорее всего, пойдет в дамагу. То ли это будут криты, то ли это будет Мьёлнир. Мы увидим. В принципе, Мьёлнир здесь может тоже быть полезен. У Феникса есть Шива, есть все старое. Даже повторять эту ерунду не буду. У Дазла имеется Мека. То же самое, тот же набор. Дазл пока у нас ничего не покупал. У Мипо появляется Eye of Skadi. Вот и приплыли. Eye of Skadi — это 3146 health поинтов, по-моему, на каждом из этих тварей. Нет, 2800 на других, но тоже невероятно много. Убивать Мипо можно. Это то, что команда Moscow 5 поняла. 5-4-6. Собственно, понты для приезжих окончились. Мипо больше не настолько грозная цель. Через СФа, через два Юла. Кого-то выключаем, кого-то подрезаем, кому-то срезаем дамагу. Какой красивый Дум стоял у нас здесь, не успели. Дум стоял просто как царь горы, говорит, подходи по одному. Хани дает вижен всей команде. Экзист здесь, Дум уже один раз терпел от экзиста. Второй раз не хотелось бы, чтобы это было... У Хани появляется Радик. Какого черта? Это саппорт Нага. Что же ты творишь, вонючий Хани? Появляется у него Радианс. Имеется у него Линкин Сфера. Сейчас будет появляться куча артефактов. И игра затянется. Если команда Moscow 5 будет нормально убивать Мипаун, то игра затянется еще минут на 800. Что ты со мной делаешь? Мне не так мало лет, чтобы я дожил до конца этого матча. За XC отправляется у нас на Т2. Есть у всех таунс, есть у всех свитки портала. Если что, пойдут дефать. Но пока можно забрать тауэр. Выходят на тауэр. Где игроки команды? Где игроки команды Мипаунт? Они разошлись по лайнам. На топе, на миде. И сюда приходит Хани. Song of Siren будет ли проюзана? Нет, Хани пока что не юзает Song of Siren. Погоня в горячей крови. Надо бежать отсюда. Айва уходит отсюда. 2700 у него на руках. Надо улетать. Song of Siren уже понял Хани, что проюзал не туда. Дум в это время разбирает у нас Дазла. Ничего себе, ребята вдвоем справляются. Без ZXC, без Айвы, без главных ударных звеньев в цепи команды Moscow 5. 2900 на руках у Айвы. Пока что никакого Аджора. Возможно, стоит купить Доминатор. Сражаться придется в любом случае. И, возможно, надо будет выстоять. Тем более, отхил какой-то требуется. Доминатор и Сатаник — это прям просится. У СФа 2400 по ХП, это уже неплохо. У ZXC Мьёлнир появляется, 1900 на руках. Сколько секунд? 9 секунд Блэк Кинг Бара. Тоже нужен Сатаник. Нужен вообще как воздух. 200 по ХП, этого хватает на 2 раза по одному пуфу от Мипо. Что здесь у W33? Где же ты, основной парень? W33 пока что ничего, хотя вот видим 2320 всего. А, Boots of Travel покупает у нас W33 и носит с собой Power Threads. Вот такой у нас тренд новый. W33 делает, все скоро в пабах будут делать. Пора. W33 у нас куда-то ворвался, но здесь
кого-то, я смотрю, ищут. Врывается на топ-лайн. Здесь поднимает себя в воздух Тимберсоу. Тимберсоу разбирают. СФ тем временем забрал Queen of Pain. Давайте посмотрим. Это интересно. Это действительно интересно. Пока на Тимберсоу смотрели, не увидели, как разбирают у нас Квапу. Ну же, Дота, черт возьми. Какие-то лаги начались всю неделю. По 12 часов, по 15 часов в сутки лагов не было. Тут какие-то паузы. Одну секунду, я прошу прощения у всех зрителей. Ну же, ну же, ну же. Обещаю больше не возвращаться. Давай, Доточка, роднуля. Это просто нелепо. Не переключайтесь. Дота зависла. Ctrl Alt Delete. Сейчас я эту дрянь снесу к чертовой матери, и мы вернемся к трансляции. Где ты, Дота? Где ты? Ну все нормально, все должно работать. Что не так? Ладно, обойдемся пока без Доты. Я постараюсь держать всех в курсе. Дико извиняюсь перед всеми, кто смотрит трансляцию. Хотели посмотреть повторы всю жизнь. Все было хорошо, и теперь вот такая вот неприятность. Дота уже запускается, не переключайтесь. Кто там что видит, кто там что знает, если смотрит, пишите в чат. Ай, как неприятно, как неприятно. Ничего, ждем. Ждем, ждем, ждем. Я думаю, когда вернемся, счет будет не 15-24, а 24-24. И даже не будем расстраиваться, что пропустили какую-то часть матча. Сейчас забегут обязательно на комментаторское место, и все будут надо мной смеяться, тыкать пальцами. Это уже близится, я вижу момент фиаско. Дота запускается, картинка с годнем. Ребята, буду комментировать, что вижу перед своими глазами. У нас 20-23 сет, Дота запустилась. Подключение прошло. Каточка где-то родненькая. 44 минуты 22 секунды, запуск есть. Все можем наблюдать, все. Смотрите и радуйтесь. Появился у нас рейскинг, а это значит очень скоро мы увидим катку. Болеем еще раз за Moscow 5. Кто вообще обещал быть беспристрастным, не знаю. У меня такого обещания я никому не давал. Поэтому болеем за российский, украинский, белорусский, все коллективы, которые понятны нам по языку. Ну, Дота грузится. Так, что у нас в чатике? Давайте проверим. GoStream игры HR versus London, please. По-моему, там StarLadder занимается этой ерундой. Мы пока что с ними тягаться не будем. Если что, у нас Join Dota MLG Pro League. На нее мы, в принципе, и ориентированы. Там по заказам, конечно, оставляйте. Будем рассматривать. Может быть, будем на всякий случай рестримить. Так, поймали у нас Айву. Мы уже врываемся в катку. БКБ у нас Айва проюзал. Режет он дамагу всем, кому только можно. Мипо начинает пуфать. ZXC стоит под аганим, под Black King баром, но ZXC погибает. Два чакрама здесь. Умирает у нас Айва. Умирает у нас ZXC. Сландер тоже у нас пока что погибает. Точнее, погибает это в процессе. Экзист под думом. Экзист догорел. 3 в 3 подрались. Убили Мипо. Забрали Феникса, забрали Экзиста. Мипо выкупается и, скорее всего, на Boots of Travel прилетит в драку. Еще немножко, и здесь будет Мипо. Мипо уже здесь. Shadow Wave от Дазла. Ну, по итогу этот файт закончился 4 в 4. Нет, 4 в 3 закончился файт. Убили Мипо, убили Экзиста. Потеряли 4 игроков. Живым остался только Бигнум. Бигнум бежит отсюда как можно дальше. Рошан падает со стороны Мипаунд. И стороны пока что не горят. В принципе, внешних товаров уже нет. У команды Мипаунд по-прежнему Т2 стоит на месте. Кому еще отдавать Аегис, кроме как W33? Как убивать теперь его два раза, точно неизвестно. Убиваешь одного, Мипо падают 5, а потом встань и иди. Умноженное на 5, это, конечно, ужас команды Moscow 5. Тролль с Мьёлниром, с Black King баром просто не вывозит всю эту ерунду. Он все время стоит в сетке и просто стоит, смотрит, как его разбивают с руки. Какие-то несчастные дазлы, фениксы, вообще все, что угодно ловит себя. Ну и БКБ, опять же, постепенно уменьшается, и, по-моему, у тролля уже... Да, 8 секунд у тролля. БКБ скоро будет меньше, и что тогда делать, становится неизвестным. У ZXC имеется Ultimate Orb. Куда этот Ultimate Orb
Увидим. Возможно, это будет АФ Скади. Возможно, это будет Манта Стайл для ZXC. W33 здесь. У него, в принципе, все необходимое имеется. 2900 у Мипа по хеллпоинтам. 1000 на руках сверху. Стоит команда Moscow 5 на своем хайграунде. Давайте глянем байбеки. Есть у Феникса байбек и у Дазла. Нас это вообще не интересует. Нас интересует команда Moscow 5, потому что Мипаунд идут пушить. Дело даже не в пристрастиях каких-то клубных. Дело в том, что Мипаунд будут пушить, и дефать надо команде Moscow 5. А те, кто дефают, действительно, их байбеки гораздо интереснее. Ну и они более знаковые, конечно же, для зрителей, комментаторов, да и для самих команд. Что у Хани? У Хани после Радианса появляется Манта Стайл. Есть барабаны, есть Boots of Travel. Хани постепенно уходит у нас в Hard Late. Это был Хани, который играл с саппортом. Он ромил по лайнам, помогал сделать First Blood, кстати, на SF. Ну что, у нас подцепили матчку. Возможно, получится забрать его, а возможно, вообще ничего не получится. Song of Siren от Хани. Все стоят на хайграунде. Погоня за Хани. Хани под барабанами бежит как сумасшедший. Так, прыжок у нас от скрина. У скрина есть аганим, есть рефрешер. Надо попытаться вырубить Хани. Никто никого не вырубает. С кем вы вообще деретесь? С Фениксом, по-моему, дрались, если я не ошибаюсь. Непонятно, куча скиллов. Так, у нас Sonic Wave в спину команде Moscow 5. Умирает Бигнум. Ничего страшного, Бигнум и так у нас слабое звено. Мачка у нас под чакрамом бросает на себя Грейв. Скрин горит от ульта, разультился у нас Айва, все стоят на месте. Скрин умирает, Сландер, скорее всего, тоже умирает. Мипа разбирает у нас Айву. Сландер погибает тролль. Короче говоря, всех даже перечислить не могу. GGVP пишет у нас. Короче говоря, GGVP. Да, GGVP, ладно. GGVP пишет у нас команда Moscow 5. Мы поздравляем Мипаунд со второй победой в данном противостоянии Best of 2. У нас на повестке дня Virtus Pro, которые явно будут мстить за своих соотечественников команде Мипаунд. Напомню еще раз, это европейская сетка, европейская группа, точнее, группа B турнира Join Dota MLG Pro League, игровая студия Игрокам ТВ, у микрофона друг. Не переключайтесь, очень скоро у нас 22 сет, если не ошибаюсь, матч. А следовательно, он уже должен был начаться, но затянутая игра ложит матч еще на несколько минут вперед. В общем-то, ждем появления команд в лобби и совсем скоро услышимся. Не переключайтесь.